На третьем свидании я понимаю, что это, видимо, все, он конченый. Я не ошибалась. Нашему подсознанию достаточно 5 секунд, чтобы понять, будешь ли ты с ним вместе или нет. 5 секунд? Разве может быть что-то понятное о человеке за 5 секунд? Еще можно сделать вид, что ошиблась, и пройти мимо. Мой корабль пришвартован во дворе. Да он нормальный вроде. Я думала, будет низкий, но нет. Да ты в глаза его посмотри. Сразу видно, бабник. Плавали, знаем. Он меня видел уже. Ладно, но будем настороже. Привет, Олег. Ты в целом интересный, но доверия у меня не вызываешь. Что такая красивая девушка делает на сайте знакомств? Очень подозрительно. Что же, начнем с шутки для разрядки обстановки. Третий снизу. Глаза у него красивые, глубокие. Как будто скрывает какую-то загадку. Мочи, братуха. Приходит прапорщик домой, а жена жалуется. Я за весь день ни разу не присела. А он ее пожалел и заставил приседать 100 раз. А знаешь, обычные все же глаза, ничего особенного. Ей не смешно. Поздравляю, ты опозорился. Она просто недостойна тебя. Я так и знал, первое впечатление испорчено. Ты неудачник, Олег. Ты знаешь, что делать, детка. Олег, кто ты по знаку зодиака? А это важно? Скорпион. Не все еще потеряно. Нам нужна дата его рождения и точное время до минуты. Возможно, мы все равно сможем с тобой общаться, но только если твоя мама не потеряла бирку из роддома. Я-то не потеряла. Тебе зачем? Почту навести хочешь? Мам, мы только встретились, я еще даже цветы подарить не успел. Че это ты на первое свидание такой дорогущий букет приволок? А мамочка, кроме как на день рождения, тюльпанчика не дождется. А действительно, а что это он на веник разорился? Он у нас король Пентаклей, может себе позволить. А может, он взамен собирается пришвартоваться сегодня ночью к твоим берегам, а? Скажи ему, что ты не такая. Пока не разглядит твою прекрасную душу, о теле пусть не мечтает. Наташа! Хоть ты и заперла меня там, но ты мои принципы знаешь. Если мужчина дышит, то секс невозможен. Эй, да блин, ну вы чё вы, а? Наташа! Наташа! Такие цветы красивые. С чего бы это? Стой! Это твоя ерунда, чтобы типа тебя порадовать. Никому не нужна. Давай анекдот! Цветы? А чтобы не получилось, как в том анекдоте. Девушка говорит парню: Вась, а ты что пришел-то без цветов на свидание? А он ей говорит: а у меня трусы в ромашку. Уйди, просто уйди отсюда. А давай ты сильным идем. Ситуацию уже не спасти. Тебе не стоит искать себе пару. Это бесполезно. Перестань ныть! На самом деле я часто дарю девушкам цветы, потому что бывшая говорила, что это расширяет мой поток изобилия. Он хорош. А не слушай ее, тут красный флажок! Вспоминаешь о бывшей, значит? Цветочки-то, Наташенька, вазочку надо. Очень приятный молодой человек. Ты поприветливей с ним. Мам, ну тебе же с ним жить. А вы, Лариса Петровна, в тонких кармических связях между людьми совсем не разбираетесь. В таком возрасте не до кармических связей уже. Серьезные нужны. А пока ты ходишь, выбираешь, яйцеклетки-то твои, Наташ, не молодеют. Мам. Наташ, а как ты относишься к домашнему хозяйству?
Замечательно. Наташенька обожает готовить, и у нее чистенько везде. Скажи им правду, Наташа, что под кроватью живет Кракен, который постоянно устраивает бардак и утягивает в бездну ключи и носки. Наташа, ты дизайнер. Дома не бардак, а непринужденный бохо-стиль с элементами драпировки. Олег, послушай, если ты из тех, которые женщина должна готовить и убираться в доме, то у нас ничего не получится. Уходим, Олеженька. Это не женщина вообще, раз она так говорит. А кто же она, маменька? Самка кашалота? Ну, логично. Кто будет для нас готовить, убираться? Ну, кроме тебя, маменька. Все нормально. Существуют клининговые компании, доставка еды. Разве для такой жалкой жизни я тебя рожала? Понимаю. Перед приходом клининговой компании хорошенько бы убралась. А вы внуков хотите? Конечно, хочу. Троих. Какие методы манипуляции используете? Да классические. Мать не сегодня, а завтра помрет, а внуков так и не дождется. С каждым годом уменьшается возможность родить здоровенького. Да-да-да. И за сердце вот так хвататься, чтобы видел, что по внукам дедлайн. Как любишь проводить свободное время? Люблю активный отдых. Музей, театры. 10 000 шагов в день пешком обязательно. Велосипедные прогулки, лыжи, сапы. С веслом такие, знаешь? А для вас двоих я уже распечатала 100 идей для необычных свиданий. Тут и пикник в горах, и прогулки на лошадях, и палатка у моря. Да что она несет вообще? Лошади? Лыжи? Сапы это что вообще? Полет на вертолете? Нет уж. Экипаж дивана приветствует вас и желает приятного отдыха. Она что себе? Мужика хочет или клоуна, который развлекать ее будет каждую свободную минуту? Если что, я готов. Наташ, я обычно устаю на работе, и мне иногда тупо хочется полежать на диване перед телеком. Олег, ну иногда надо выйти из зоны комфорта. Олег, эта женщина откроет тебе новые горизонты. Олег, пора мыслить позитивно. Ну знаешь, я иногда готова интересно проводить с тобой время. Кони на закате. Сапы. Начнем с 10 000 шагов. Пауза затянулась. Требуется срочно анекдот! Давай, у тебя все получится! Недавно до последней странички прочитал Камасутру и прослезился. Они так и не поженились. Кто сказал Камасутра? Ну все, Наташа, доставай чек-лист. Тут нужна серьезная проверка. Вредные привычки. Уровень ответственности? 67%. Волосы в носу. Что в них плохого? Это же природа! Чувство юмора, это мы уже поняли. Что оно есть? Дочку хочу назвать Адель. Имя сыну какое выберешь? Иван. Был женат? Изменял жене? Сколько котов максимально я могу завести? 2. Продолжи фразу. Женщина должна. У меня есть список. Меня тоже. Смеяться над твоими шутками. Иначе зачем это все? Тихо, тихо, Олег. Это проверка. Не оступись. Ничего никому не должна. Только сама себе быть счастливой. Жена попросила денег на салон красоты. Ваши действия. Пустая трата. Забирай все мои деньги, только не бросай меня. Дорогая, ты и так прекрасна. Зачем тебе салон? Бери что захочешь. Хочешь еще что-нибудь купим? Я готов вкладываться в свою женщину, но только не так, чтобы я сам в одних штанах 12 лет ходил. Ты и так ходишь. Только в тех, что специально для похорон. Я их всего 7 раз надел. Ой, чувствую, скоро будет 8-й. Ну что, достаем теперь наш чек-лист. Сколько раз в неделю секс? 2. 6. 3. Thank you.
Давай, мачо. Переведи все свое внимание в гульфик. Нет, а как же мозг? А духовные ценности как же? Но все же загадочные глаза, загадочные. Конечно, загадочные. Но эти анекдоты... Хорошие анекдоты, смешные. Позвони мне! Потанцуем? Ты мне так нравишься, ты так вкусно пахнешь, у тебя такие красивые ноги, у тебя такие хорошие зубы, у тебя такие красивые волосы, как водопады. Наташ, я только одно хотел спросить. Будешь ли ты все время стараться меня переделать или будешь принимать таким, какой я есть? Голосование, голосование. Принимать как есть – это немыслимо. А как же мои высокие идеалы? Я их годами взращивала на любовных романах. Как мы будем принимать Скорпиона со студентом, Вовня? Я за. Часики-то тикают. Что ж, попробуем кинуть якорь в этом порту. Да она вообще не хозяйка, а требования угодно. Да, угол, да, да, пить, да, да, пиво, да, ты не можешь оставить все это ради нее. Кинем кости. Кто победит, того и правда. Ну, хотя бы попробовать, пока она не разглядела какой-то неудачник. Разве может быть что-то понятное о человеке за 5 секунд? Олег, рада познакомиться. Прекрасно выглядишь. Это тебе.